Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 9 сентября, 3 часа ночи. Как всегда, ежедневный наш обзор магазина, рубрика «Чё почём». Давайте смотреть, чем будут нас сегодня радовать и будут ли. Ждем новинки, да? Погнали. Да, как-нибудь без новинок, ребят, мы переживем. А что у нас сегодня есть? У нас сегодня есть мартышка с бананом за спиной, шерстяная мартыха, скин прикольный. Не сказать, чтобы им на постоянку прикольно играть, но прикольно. Ну, в смысле, кайфово играть на постоянку. У него башка довольно большая, но забавные вот эти варежки мне нравятся. В общем, пофанится нормуль скинчик на постоянку, я бы сказал, что нет. И бэкпэк нормальный, банан, он не очень большой, вполне себе с ним можно погонять. Дальше еще один такой же скин, как и мартышка. Если выбирать между ним и мартыхой, то, конечно, леший. Леший топич с двумя стилями. Не столь давно нам добавили второй стиль. Леша прикольный. Бэкпэк улей мне не нравится. Он сильно выпирается, и я не очень это люблю. Когда сильно бэкпэк выпирают назад. Забавно. Леша забавно. Кирочки, медорезы. Придарили мне их, не покупал я их. Мне в медорезах не нравится как раз-таки вот этот мед. Который прилипший какой-то, я не знаю. Короче, вот именно в этом мне не нравится. Так, два тесака прикольных. Звук еще раз. Дальше есть. Дальше у нас кайфучие скины. Это нектарина. Офигенная. Прям офигенная. С бэкпэком, вот этим сердечком. Классно. Эффекты от рук небольшие. Тесаки. Блин, классный скин. Но еще более прикольный скин — это профессор Нектар. Глаза его просто имбаланс. Вот это вот мне очень нравится. И позвоночник сейчас покажу. И как позвоночник выглядит, мне тоже очень нравится. Вот это. В нем хочется без рюкзака играть, чтобы было видно вот эту часть. Очень мне нравится, красиво. Бэкпэк у него, правда, беспонтовый. Я покупал этот скин, деваху мне подарили. Купил его просто из-за... Ну, вот именно вот со спины он выглядит офигенно. Вот эта часть вообще имба. Волосы, да. Прикольно. Но у девахи офигенный бэкпэк. Вообще убойнейший. Кирочка за 800 тоже неплохая. И эффект у нее от ударов, как у слюрпика. Все. Кирки все еще в игре. Ну, в магазине, ребят. Здесь у нас новая обертка. Называется Лимонад 500. Неплохая обертка, кстати, слушай. Кусочки льда, а впереди лимон. Блин, я, наверное, прикуплю под летние скины. Я прикуплю себе под летние скины, потому что у меня только этот скин. Только прилив я юзаю под такие легкие пляжные какие-то скины. Вот это будет второй вариант, который можно будет заюзать. Неплохо, вполне себе неплохо. Тег автора, ребята, SPT0SM3. Вовремя я зашел проверить. Ребят, надеюсь, вы так же делаете. Тег автора слетел. Раз в две недели он слетает, поэтому не забывайте обновлять. Лимонад. Покажу вам его обязательно. Что еще у нас сегодня? У нас сегодня бунтарка, которую я, вы знаете, ребят, бунтарку я хейчу за то, что она была в голосовании и выиграла скины, которые мне нравились больше. Да, бунтарочка за штуку 200. Антиклаус. Опять, вновь. Давненько не было, да, держите вновь. Надоел. И три эмоции. Это грув. Такая средней паршивости эмоция. Это слезы ручьем. Это вот любите в этой эмоции потроллить чуток. И эмоция деньги на ветер за 500. Погнали, ребят, новый скинец. Ой, новый скинец. Новая обертка, скинец старый. Зыркаем скин, попутно зыркаем обертку. Давай, деваху в прицеле. Чуть попрыгаю. Деваху показываю, потому что, скорее всего, вы ее будете рассматривать в покупке. Вряд ли пацана, потому что в основном за женские скины все гоняют. Деваха классная. Ничего не скажу. Пацаны, просто я же говорю, за счет вот этих вот и вот трубок, я не знаю, позвоночника больше понравилось. Но у девахи кайфучий бэкпэк. Кирка.
брызги вот эти слюрповые. И от удара, как у... как у, господи, тоже кирки слюрп, либо у от карася. Тоже такие же всплески идут. Нормальная темка. Плюс кто покупал там слюрповых легенд киркалом. Обертка. Давненько я обертки не покупал. Прикольно. Прикольная оберточка. Обертка мне нравится. Завтра зарублюсь с ней как раз. Соберу какой-нибудь легкий летний скинчик под нее. И давайте эмоции. Эмоции. Что там, грув была, да? Вот это было точно. Грув. И ту, которую вы, скорее всего, больше всего любите из того, что сегодня вышло, это «Слезы ручьем». Что у нас там в новостях? Новости, как всегда, не обновились. Ой, это что такое? Певец, рэпер и автор песен Доминик Фрей... Файк. Файк собирается устроить зажигательное шоу. Смотрите выступление в воскресенье, 13 февраля, в 12:00 по... Ля, прикольно! Так это мы можем и посмотреть. 13 февраля, воскресенье, в 12. Да, это можно зыркнуть. Ребят, постараюсь отстримить это зырканем. Приходите на трансляции. Спасибо всем большое за просмотр, друзья. Жду вас на трансляции. Следующее у нас ожидается в среду. Время точно не говорю. В общем, следите за инстаграмом, следите за группой ВК. Я сейчас чуть-чуть меньше стримлю из-за того, что нахожусь в Сочи, не дома. Приходите, подписывайтесь на инстаграм, на ВК и приходите на трансляции. Пока.